старший научный сотрудник архивного фонда РАН и один из ведущих реставраторов Санкт-Петербурга Наталья Чернова сообщила, что обнаружила в архиве пропажу фрагмента воскового оттиска печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I на основании госпиталя. Этот раритет, возрастом почти 1000 лет, хранился на реставрационном столе в пластиковой коробке. В то же время, по одной из версий, кусок сургучной печати не украли, а уничтожили случайно в результате банального ограбления. В сообщении отмечается, что воры пробрались в архив РАН еще 29 декабря. Они срезали железные прутья на окне, затем выдавили стекло и вынесли компьютер, ноутбук для производства 3D-моделей, визерометр. При этом рукописи, которые стоят шестизначные суммы в евро, остались нетронутыми. Печать же, скорее всего, просто задели случайно и уничтожили. Сейчас в архиве навели порядок и поставили охрану. Однако сотрудники говорят, что эта потеря невосполнима.